Спасибо, что вы пришли. Мое имя Кент Ховенд. Я преподавал науку 15 лет, и теперь последние 11 лет я путешествую и говорю о сотворении, эволюции и динозаврах. На моем семинаре мы говорим на разные темы. Краткий обзор информации. Библия учит, что Бог сотворил весь мир за 6 дней около 6 тысяч лет назад. Земле нет миллиардов лет, как учат учебники. 4400 лет назад был потоп. Об этом мы будем говорить сегодня. Что было причиной потопа и что произошло после потопа? До потопа мир многим отличался. Люди жили по 900 лет. И это было время гигантских динозавров. Динозавры — это большие ящерицы, которые жили с Адамом и Евой в Эдемском саду. Они не жили миллионы лет назад. И Ной взял их в ковчег. Об этом мы говорим на кассете 3. А на кассете 2 мы говорим, почему они жили 900 лет и каким было первоначальное творение. На кассете 4 мы говорим о обмане в учебниках, с помощью которого учеников заставляют поверить в сумасшедшую теорию эволюции. В учебниках находится чистая ложь, по-другому выразиться невозможно. Просмотрите 4 кассету. На кассете 5 мы говорим о философском влиянии учения эволюции. Если человек — это только зверь, как это влияет на мир? Это связано с коммунизмом, социализмом, марксизмом и также новым мировым порядком. Но сегодня мы поговорим о потопе. Что причинило потоп во дни Ноя? В Библии сказано, что Бог сотворил небо и землю. Наши основатели придерживались философии, что Бог сотворил всех людей равными. Они верили в Создателя, который решал, что правильно и неправильно. В первоначальном творении была оболочка воды над землей. И мы говорим об этом на кассете 2, о воде над атмосферой, упомянутой в Бытие 1.6.7, что объясняет, почему люди жили по 900 лет. Средний возраст до потопа был 912 лет. После потопа возраст сократился до 400 лет, потом 200 лет, и сегодня немногие доживают до 100 лет. Почти в каждой древней культуре есть легенды о Золотом веке, когда люди жили 1000 лет. В Библии говорится 969 лет, и, конечно, легенды преувеличивают. Но было время, когда люди жили около 1000 лет, и допотопный мир был удивительно потрясающим. Но почему бы Бог уничтожил этот совершенный мир? Этот удивительный мир с огромными людьми, которые достигали трехметрового размера. Мы говорим об этом на кассете 2. Почему они были такими большими и жили так долго? И динозавры, и красивый Эдемский сад, весь мир. Почему бы Бог уничтожил мир? И как это произошло? Почему вдруг мир был затоплен? Прекрасный мир, и Бог решает его уничтожить? Почему? В Бытие 6 увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Прямо как сегодня, не правда ли? И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: «Истреблю с лица земли человеков, ибо я раскаялся, что создал их». Но земля растлилась пред лицом Божиим, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле, говорит Библия. И сказал Бог Ною: «Сделай ковчег, потому что будет потоп». Бог решил уничтожить мир из-за человеческого зла. Мир должен был пострадать из-за человеческого непослушания. Во 2 Петра говорится, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: «Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Думающие так не знают. Заметьте эту фразу. «Думающие так не знают». На греческом это значит «тупые по собственной воле». Ругатели не знают о двух вещах. Первое. Как Бог сотворил небеса и землю, и они составлены из воды и водою, мы говорим об этом на кассете 2, о оболочке воды. Ругатели не знают о сотворении. Также они не знают и о потопе. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Этот мир был полностью уничтожен потопом во дни Ноя. Но почему Бог использовал потоп? Почему Он не сделал чудо? Не сказал: «Все, кроме Ноя, умрите». Он мог так сделать, правда? Тогда почему Бог использовал потоп? Потом потоп уничтожил всю недвижимость, не так ли? Он уничтожил дом Ноя и также все другие дома. Но почему потоп? Есть несколько причин для этого.
Во-первых, потоп оставил доказательства, в отличие от чуда. Во-вторых, результаты напоминают нам о наказании греха. И в-третьих, с потопом людям было дано предупреждение и шанс для раскаяния. Бог сказал Ною строить ковчег, и кто не раскаялся, тогда уже было поздно. Это был явный знак Божьей милости, Божьей любви, Его благодати. Он не хочет, чтобы кто погиб, но раскаялись, говорит Библия. Итак, что причинило потоп? Мы поговорим об этом сегодня. Что такое теория одного материка? Кто слышал о том, что все континенты были одним большим материком? И что об этом говорит Библия? Упоминается ли в Библии о ледниковом периоде? Что заморозило мамонтов? Как сформировались горы и океаны? Мы поговорим об этом всем сегодня. Будет представлено много информации и представлено мировоззрение для объяснения, как потоп может объяснить то, что мы видим в мире сегодня. Почему мир внезапно был потоплен? Мог ли дождь затопить всю землю? И куда девалась вода? Это хороший вопрос. Где вода и где доказательства? Теория одного материка. В школе учат, что все континенты были одним большим материком. В этом учебнике, например, говорится, что Южная Америка и Африка подходят друг к другу. Они говорят, что формы континентов подходят, и одинаковые ископаемые находятся на противоположных сторонах океана. И также вспомнят о магнитных линиях на Среднеатлантическом хребте. Это три доказательства в поддержку этой теории. Но есть вещи, о которых они не говорят. Вот то, о чем они не говорят в школе. На рисунках Африка уменьшена на 40%. Также они не говорят, что на их карте нет Мексики и Центральной Америки. Посмотрите на эту карту и скажите мне, где Мексика, Панама, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Белиз, Никарагуа. Где они? Их нет, не так ли? Также они не говорят, что одни континенты были повернуты в одну сторону, а другие в другую. Но континенты просто не поворачиваются. Также они не говорят, что если забрать воду из океанов, то под ней земля. Континенты — это не просто плавающие листы в ванне. Они все соединены. Вокруг земли находится кора. И это правда, что на земле есть трещины. Я был на некоторых трещинах, на сдвиге Сан-Андреа в Калифорнии, на дню Мадридской трещины и также на других трещинах. Но давайте посмотрим на эти доказательства с другой точки зрения. Учеников необходимо обучать, давайте покажем им все стороны этой теории. В школе вам скажут, что на дне Среднеатлантического хребта есть магнитные противоположности. Будьте осторожны, так как это неправда. Магнитных противоположностей нет. Но в ваших учебниках вы увидите прямые линии так называемых переменных полярностей. Это неправда. Это просто обман. Специалисты скажут, что магнитные блоки коры не отражают реальности. Ничего такого не произошло. Что произошло? Когда было проверено дно Среднеатлантического хребта, то были найдены места сильного и слабого магнетизма. Это не противоположности. Это изображено с помощью синусоидальной волны, сильный и слабый магнетизм. Но кто-то провел линию посередине кривой и сказал, что все под линией противоположно. И это просто неправда. Потому что линия должна быть вот здесь. Магнитных противоположностей на дне океана нет, есть только места слабого и сильного магнетизма. В Бытие 7 сказано, что разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Я думаю, что причиной магнитных аномалий были источники бездны. В Библии сказано, что было много воды под земной корой. Когда вода била из-под земли, то земная кора треснула. И верхняя кора начала раздвигаться, образовывая трещину. При поднятии воды трещина расширялась, при этом раздвигая континенты. При расхождении континента внутренний слой поднялся. И этот слой называется базальт. И при поднятии базальта в нем образовывались трещины, в которые попадала вода. У базальта есть интересное свойство. Если базальт очень горячий, он не сохраняет сильных магнитных способностей, а при охлаждении он сохраняет сильные магнитные способности. И в Среднеатлантическом океане были измерены места трещин,
сильный и слабый магнетизм, не противоположности. Там нет противоположностей. Нет такого места на океанском дне, где бы компас вместо севера показал на юг. Это просто неправда. Не верьте этому. На Земле есть трещины, это не вопрос. Но это не произошло на протяжении миллионов лет. Это, наверное, произошло во время потопа. Также в учебниках говорится, что морское дно рециркулируется. Это также важная часть теории одного материка. На дне океана нет достаточного накопления осадков для миллиардов лет. Когда идет дождь, осадки смываются в океаны. Но накопление осадков в океане свидетельствует о нескольких тысяч лет эрозии. Это представляет смущающую проблему. Если Земле миллиарды лет, почему в океанах нет больше осадков? И поэтому была придумана теория одного материка и рециркуляции морского дна, чтобы ответить на вопрос, где пропавшие осадки. Они скажут, осадки рециркулируются? Я так не думаю. В учебниках говорится, что континенты двигаются со скоростью роста ногтя. И это не очень быстро. Этому нет положительного доказательства. Может, континенты и двигаются. Однако настоящее движение плит не доказывает, что плиты двигались всегда. Также не доказывает, что скорость была всегда одинаковой, и студентов нужно учить и другим предположениям, которые существуют. Я живу в нескольких километрах от 10-й трассы в Пенсаколе. Вот здесь. Эта дорога проходит от Лос-Анджелеса до Джексонвилла. Если я увижу машину, едущую по дороге на восток со скоростью 70 км в час, доказывает ли это, что машина выехала из Лос-Анджелеса 4 дня назад? Нет, может, она только въехала на дорогу? И движение континентов не доказывает, что они двигались всегда. Может, это началось после потопа? Теория континентального дрейфа очень важна для эволюционистов, потому что они стараются избежать две проблемы. Первое. Магнитное поле Земли слабеет, указывая на возраст Земли в меньше, чем 25 тысяч лет. И для ответа они придумали оборотные изменения магнетизма, но это не так. Не верьте этому. Фактом является то, что Земле нет миллионов лет. Второе. Мало осадков в океанах указывает на несколько тысяч лет накопления. Вот почему детей учат теории одного материка и континентальному дрейфу. Не потому, что теории обоснованы, но потому, что они помогают им верить, что Земле миллиарды лет. Как насчет ледникового периода? Был ли такой период? Доходил ли лед до Миссури? Да, ледниковый период имел место в истории. Говорится ли о нем в Библии? И что заморозило мамонтов? Эти большие животные найдены замороженными в стоячем положении? И с непереваренной пищей в их желудках? Что же случилось с мамонтами? Мне стало интересно. Я слышал, что за один год было найдено 20 тысяч пар бивней. Никто не знает, сколько мамонтов погибло. Многие специалисты утверждают, что в полярных регионах погибло около 5 миллионов мамонтов. Их находят даже во Флориде, в окаменелом виде, конечно. Но в регионах Северного полюса некоторые до сих пор заморожены. Вы слышали по новостям, что был найден неповрежденный замороженный мамонт, и происходят попытки по извлечению ДНК для попытки клонирования? Это было бы интересно. Не доказало бы эволюцию, но было бы интересно. Так как насчет мамонтов? Они найдены в Сибири, в Аляске. Что случилось с мамонтами? Некоторые мамонты заморожены стоя, не все. Непереваренная пища в желудке. Они задохнулись, в легких нет воды. Не верьте, если кто скажет, что они утонули, это неправда. Если вы попадаете в воду, вы не замерзаете в твердый блок льда. Это берет время. Температура может быть минус 50 градусов, но подо льдом 0 градусов. Поэтому они не могли замерзнуть. Маленькие кристаллы льда в крови указывают, что они замерзли в меньше, чем 5 часов. При медленном замерзании кристаллы были бы больше. Как можно заморозить слона в меньше, чем 5 часов? Мне стало интересно, и когда я чего-то не знаю, я обычно задаю вопросы. Я хотел узнать, за сколько времени можно заморозить слона.
Как-то раз я позвонил в отдел замороженных продуктов в Нью-Йорке. Я позвонил туда, и я спросил, что произойдет, если я поставлю слона в холодильник? Несколько минут на другом конце была тишина. Потом он сказал, у вас будет наполненный холодильник? Я сказал, да, я знаю, но сколько займет времени, чтобы заморозить слона? Он сказал, что за 24 часа замораживается 30 сантиметров мяса. Если вы поставите слона в холодильник, то внешняя часть заморозится, тепло останется внутри, и внутренняя часть сгниет, находясь внутри замороженной оболочки. Я сказал, нет, это не подойдет. Мне нужно заморозить слона, чтобы пища в его желудке была свежей. Так как после его смерти кислота в желудке будет продолжать работать, поэтому мне надо заморозить его за 5 часов. Я звонил многим людям из мясохладобойной промышленности, и единодушным ответом было то, что если вы хотите заморозить мамонта в меньше, чем 5 часов, это произойдет при минус 185 градусов по Цельсию, или жидком азоте. Но на Земле такой температуры не бывает. Соответственно, Национальному географическому журналу самая холодная температура на Земле достигла минус 88 градусов. Это холодно, но недостаточно, чтобы заморозить мамонтов. Где можно найти 185 градусов ниже нуля? Сегодня я вам представлю теорию Хованда о том, как я думаю, что произошло. Я отдаю должное многим людям, я прочитал много книг с разными мнениями о причинах потопа. Я постарался сложить все это вместе в теорию, которая имеет смысл для меня. Может, у вас другая теория, но так как это уже произошедшее историческое событие, мы ничего не можем доказать. Мы соберем информацию в теорию и проверим, имеет ли она смысл. Давайте сегодня мы посмотрим на теорию Хованда. Но перед этим я хочу сделать краткий обзор науки. В физике есть закон обратной пропорциональности, в котором говорится, что если два предмета влекомы друг к другу, как два магнита или планеты, то сила притяжения между двумя объектами обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. При сокращении расстояния пополам сила притяжения увеличивается в 4 раза. Земля и Луна притягиваются гравитацией, и если Луна приблизится к Земле в 3 раза, сила притяжения увеличивается в 9 раз. Этот закон можно применить к разным вещам. Его можно применить к гравитации, к свету, к магнетизму и к девушкам. При половине расстояния притяжение увеличивается в 4 раза. Я путешествую каждую неделю. Я был дома 5 воскресений за последние 10 лет. Я много путешествую, что значит, что я приезжаю домой каждую неделю. И когда я в 10 шагах от моей жены, это как «Привет, дорогая, как дела?» При половине расстояния это как «Вау, ты выглядишь красиво, дорогая!» Если сократить расстояние еще наполовину, уже поздно. Секрет. Находитесь на расстоянии, и будет меньше проблем. Следующая вещь для запоминания. Особенности вращающейся поверхности. При столкновении с вращающейся поверхностью, поверхность начинает качаться и потом вращается ровно под новым углом. И при качании поверхность следует предсказуемому образцу. Можно даже определить, когда произошло столкновение, начертив кривую колебаний по отношению ко времени. Интересно. Очевидно, Земля тоже колебалась. Множество измерений и указателей показывают, что Земля колебалась в своей истории. Но что причинило эти колебания? Стоунхендж, очевидно, был точкой наблюдения за Солнцем, построенный для наблюдения Солнца во время солнцестояния, но сегодня это невозможно. Амен-Ра тоже был построен для наблюдения за Солнцем. Известный австралийский астроном Джордж Додвелл собрал информацию из солнечных наблюдений и пришел к выводу, что что-то столкнулось с Землей и было причиной колебаний Земли. Земля качалась около 1000 лет и потом стабилизировалась. И сегодня Земля находится под наклоном в 23,5 градусов. Додвелл собрал эту информацию из древних наблюдений за летним солнцестоянием, самой северной точкой Солнца от экватора, обычно 20 или 21 июня, чаще 21.
Додвилл сказал, что составленная им кривая показала, что Земля колебалась. Заметьте, что кривая на его графике точно похожа на кривую крутящегося объекта после удара. Он предположил, что что-то столкнулось с Землей около 4350 лет назад. 4350 лет назад? Это время библейского потопа. Что же произошло? Могло ли столкновение с Землей быть причиной потопа? Это часть теории о причинах потопа во дни Ноя. Сегодня Земля под наклоном, что является причиной сезонов, и впервые холодная погода упоминается после потопа в Бытие 8. Если бы Земля не была наклонена, то все время была бы весенняя погода. Было бы немного холоднее на полюсах и теплее на экваторе, но в основном весна была бы целый год. Очень возможно, что раньше Земля не находилась под наклоном. Еще одно обстоятельство. На Луне есть кратеры, но они расположены неравномерно. Если бы Луна находилась под ударами метеоритов на протяжении миллиардов лет, кратеры были бы расположены равномерно. Но это не так. То же самое и на Меркурии. Кратеры расположены неравномерно. Что же произошло? На Марсе есть каньоны больше Великого каньона. Но на Марсе почти нет воды. Тогда как это возможно? Очевидно, то, что образовало каньоны, пропало. Там нет больших океанов. Что произошло и сформировало кратеры и каньоны на планетах? Мы поговорим об этом в теории Хованда. Еще одно обстоятельство – эффект Майзнера. Наблюдается, когда магнит не может соприкоснуться с другим магнитом. Вы знаете, о чем я говорю. И это называется эффектом Майзнера. Следующее. По космосу летают кометы, которые чрезвычайно холодные. Часто их температура достигает до 200-240 градусов ниже нуля. Их нельзя лизать. Я хочу узнать, были ли вы глупы, как я, в детстве. У кого кусок языка остался примороженным к чему-то во время зимы? Как-то старший брат сказал мне, я спорю, ты не сможешь облизать эту железку. Был январь, 20 градусов мороза. Я сказал, ты уверен? Я смогу. Еле дождешься, пока кто-то не польет язык водой. Холодные объекты существуют в космосе. Минус 200 градусов. Это достаточно холодно, чтобы заморозить мамонтов. Нормального холода в минус 88 градусов недостаточно. Еще одна вещь. Если вы бросите снежок резко, то он распадется в воздухе. И снежком нельзя выстрелить из пушки, он мгновенно распадется. Есть определенная скорость, после которой снежок распадается. Следующая вещь. На Земле есть магнитное поле, которое является причиной северного сияния. Большинство частиц солнечной энергии притягиваются к полюсам. Кто видел северное сияние? Я видел северное сияние несколько раз. Это великолепно, когда небо загорается. На северное сияние стоит посмотреть. Еще одна вещь. Допотопный мир отличался от сегодняшнего мира. Библия учит, что вода была над атмосферой. Наверное, сной льда. Поддерживаемый эффектом Майзнера. Это упоминается в Бытие 1.6.7, во 2 Петра 3 и в Псалме 148. Вода над атмосферой. Земля многим отличалась. Следующая вещь. В Библии упоминается человек по имени Фалик. Кем был Фалик? Читая Бытие 10, мне не хочется этого говорить, но Бытие 10 – это скучная глава. В ней находится множество имен, которые почти невозможно произнести. Тот родил того, и тот родил того, и так далее. И когда вы читаете эту главу, стараясь выполнять свой ежедневный долг, вы прочитаете стих 25, в котором написано, что у Евера родились два сына. Имя одному Фалик, потому что во дни его земля разделена. Здесь мы первый раз видим примечание об одном из этих людей.
Почему здесь написано, что во дни его земля разделена, потом написано, что имя брата его Иоктан, что значит сокращение? Фалик значит разделенный, Иоктан значит сокращение. Что же произошло во дни Фалика? Мы говорим об этом в теории Хованда, о том, что, я думаю, произошло во дни Фалика, разделив и сократив, как сказано в Библии. Следующая вещь. В допотопном мире был слой воды под земной корой. В Псалме 135 написано «утвердил землю на водах». Под земной корой было намного больше воды. Очевидно, она прорвалась наружу во время потопа и всех потопила. Большая часть воды не появилась от 40-дневного дождя, она поднялась из-под земли, из подземных водохранилищ. Еще одна вещь. Возможны два взгляда на вещи. С какой скоростью бежал тот теленок, если вы помните четвертую кассету? Сегодня мы представим вам теорию Хованда о том, что произошло, причины всемирного потопа. Я принял здравое решение, что я буду верить Библии, пока не будет доказано, что Библия неверна. Некоторые мои знакомые решили, что они не будут верить Библии, пока не будет доказано, что Библия верна. Как-то раз атеист подошел к проповеднику, и он сказал, «Я не верю ничему в Библии». Проповедник сказал, «Вы не верите?» Он сказал, «Нет, я не верю ничему, вы должны ее доказать. Если вы не докажете научно, я не поверю». Он сказал, «Проповедник, если вы научно докажете хоть один стих, то я поверю в Библию». Проповедник сказал, «Хорошо». Он схватил атеиста за шею, схватил его нос и начал крутить его из стороны в сторону. Через некоторое время у атеиста потекла кровь, и он сказал, «Что вы делаете?» Проповедник сказал, «О, я доказываю Библию, написано, что толчок в нос производит кровь». Притчи 30.33. Я не рекомендую, чтобы вы это повторили, но так написано. Вот что я сделаю сегодня. Я расскажу вам, о чем я буду говорить, потом представлю теорию, и потом мы закончим и разойдемся. Значит, сначала я расскажу вам, о чем я буду говорить, представлю теорию, и потом повторю ее. Говорят, это хорошая техника обучения. Краткий обзор. 8 пунктов теории Хованда. Первое. Ной и семья находились в безопасности в ковчеге. Второе. Ледяной метеор пролетал по Солнечной системе. Он рассыпался и оставил кратеры и кольца вокруг некоторых планет. При приближении к Земле метеор рассыпался из-за закона обратной пропорциональности и увеличения скорости, и большая часть ледяных фрагментов была притянута к полюсам из-за сильного магнитного поля Земли. Четвертое. Внезапное накопление льда на полюсах было причиной трескания земной коры, что открыло источники Великой Бездны, заставило Землю колебаться на протяжении тысячи лет и содействовало разрушению допотопной оболочки. Все это полностью затопило мир. Вода появилась из трех источников – из-под коры, от дождя и от тающего льда. Пятое. В течение первых месяцев потопа мертвые животные осели в бурлящей воде, образовывая громадные залежи ископаемых. Также накопления растений превращались в уголь под давлением, образовывая залежи ископаемых и угля, сформированных потопом. Шестое. В течение последних месяцев потопа нестабильные плиты треснувшейся земли начали перемещаться и наклоняться. Плиты размером как Техас или как вся Америка. При наклонении одна сторона поднимается, а другая опускается, и бурлящая вода образовала большой каньон за несколько часов. Напор воды в мягких осадках. Седьмое. На протяжении нескольких сот лет шапки полярного льда медленно таяли, поднимая уровень океанов, делая глубже, холоднее и шире, и этим разделяя Землю на континенты. И восьмое. На Земле до сих пор видны эффекты этого ужасного потопа, который уничтожил мир. Вот это и есть теория Хованда. Ной с семьей находились в ковчеге. Бытие 7. И сказал Господь Ною, «Войди ты». Остановимся. Бог не сказал Ною, «Пойди в ковчег», правда? Он сказал, «Войди в ковчег». Скажите мне, где должен быть Бог, чтобы так сказать? В ковчеге? Таких мест в Библии много. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.
«Тогда придите и рассудим», — говорит Господь. Я думаю, вам нужно изучить такие стихи и прийти к Иисусу, если вы не спасены. Он любит вас, Он хочет вас спасти. Легко и прекрасно служить Господу в этой жизни. Просто придите к Нему с вашими проблемами, и Он их разрешит. И сказал Господь: «Войди в ковчег», и животные вошли по паре от рода, и некоторые по семь, и затворил Господь за ними. Это вечная безопасность, когда Бог закрывает дверь, то она протекать не будет. Меня спрашивают: «Вы верите, что вы находите под вечной охраной?» Да, я родился в семью Бога, и Он вечно со мной. Некоторых своих детей Он берет домой и возлагает венец. Но если вы Божьи дети, вы в вечной безопасности, вы идете на небо. Что случилось? Ледяной метеор пролетал по Солнечной системе и начал рассыпаться. Фрагменты начали ударяться в планеты. Куски льда ударяли Марс. На Марсе днем очень жарко, и лед начал таять на Марсе, этим создавая наводнение. Но потом вода испарилась, исчезла, пропала в космосе. И эти наводнения на Марсе сформировали каньоны примерно в то же время, что и на Земле, так как эта катастрофа подействовала на всю Солнечную систему. Некоторые фрагменты были задержаны гравитационным потоком планет и стали спутниками этих планет. По меньшей мере, вокруг четырех планет находятся ледяные кольца. Откуда появился этот материал? Кольца вокруг планет состоят из камня и льда. Интересно. Это могло произойти во время потопа. Третье. При приближении метеора или фрагментов метеора к Земле, или Земля прошла через хвост метеора. Независимо от этого, я думаю, что большое количество льда было притянуто на северные и южные полюса магнитным полем Земли. Очень холодный лед немного намагничен и легко статически заряжается. Эти два фактора могут объяснить причину притягивания льда на полюса. Пролетая по космосу, метеор распался, и фрагменты в основном упали на полюса, что заставило Землю качаться несколько тысяч лет спустя. Здесь присутствует крутящийся объект и тяжелая масса льда, производя эффект качания. Пролетая по космосу, метеор распался, и масса льда заставила Землю качаться. И когда у вас есть лед в минус 185 градусов, вы заморозите мамонтов в стоячем положении. Из-за внезапного накопления льда земная кора потрескалась, разверзая источники великой бездны, из которых била вода, покрыв всю Землю. На Северном полюсе найдены замороженные рыси, верблюды. Но верблюды не живут на Северном полюсе. Там найдены не только замороженные животные, там найдены странные вещи. И часто буря сквозь лед, там находят уголь. Но уголь состоит из растений. На этой карте показано местонахождение шахты, добывающей антрацитовый уголь. Но так как уголь состоит из растений, а на Антарктике нет растений, появляется проблема. Как появился уголь на Антарктике? Адмирал Бёрд сообщил, что он видел пальмовые деревья подо льдом на Южном полюсе. Но пальмы не растут возле Южного полюса. Они даже не растут в Северной Флориде, потому что там очень холодно для пальм. Найдены тысячи ископаемых динозавров в 640 километрах от Южного полюса. Динозавры питаются травой, большинство из них. Тысячи хорошо сохранившихся листьев найдены в Антарктиде. Соответственно, этой статье 400 километров от Южного полюса. Тысячи и тысячи листьев, сохранивших первоначальную клеточную структуру. Они сдавлены в слои. Один ученый выдвинул теорию и считает, что в Землю до сих пор ударяются ледяные метеоры. Кстати, несколько лет назад было замечено, что куски льда размером как дома врезаются в Землю каждый день. Фрагменты льда до сих пор летают по космосу. При столкновении с атмосферой они испаряются и попадают на Землю в виде воды. Посмотрев на Землю, вы увидите, что на ней два северных полюса. Настоящий северный полюс и магнитный северный полюс. Ваш компас показывает на магнитный северный полюс, и здесь в Миссури нет проблем. Но в Аляске есть немаленькая разница между настоящим и магнитным севером. И вам нужно учитывать это, особенно если вы пилот, это очень важно.
Выглядит, что ледниковый период сконцентрирован вокруг магнитного Северного полюса. Я думаю, вот что произошло. Мамонты едят тропические растения, прекрасный день, вдруг пошел снег. Они никогда не видели снега. Один из них сказал, какая-то странная погода сегодня. Идет снег. О, это холодный снег. Минус 185 градусов по Цельсию. Или по Фаренгейту, я не знаю, как они определяют погоду. Он сказал, холодно, надо уходить. Они начали бежать, снег становился глубже и глубже, и скоро они замерзли стоя. Они даже не смогли упасть. Вы когда-нибудь были в таком глубоком снегу, где невозможно упасть? Просто невозможно упасть. Снег становился глубже и глубже и начал скользить к экватору, оставляя ледниковые эффекты. Куски льда размером как Техас скользили по местности со скоростью 150 км в час, прорывая ледниковые канавы, которые найдены на северных и южных широтах Земли. Некоторые следы длятся по несколько километров. Лед дошел до штата Миссури. И земля была покрыта водой, в жидком или твердом виде. Все равно вода, потому что оболочка разрушилась. Когда холодный воздух встречается с нормальным, идет дождь. Из двух полюсов Земли шел холодный воздух, как из холодного холодильника. Это, наверное, и произошло. Холодный воздух встретился с нормальным, образуя дождь и разрушая допотопную полочку, которая покрывала землю. В Библии написано, что разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Если у вас будет возможность, прочитайте книгу Праведного. Это интересная книга, о ней говорится два раза в Библии. В главе 6 написано. «В этот день Господь пошатнул всю землю, и солнце померкло, и основания мира неистовали, и вся земля была в сильном движении, и молнии сверкали, и гром гремел, и все основания земли были разбиты». Эта книга не является частью Библии, но все же это интересное описание потопа из древнего документа. Следующее в теории. Из-за этого внезапного накопления льда на полюсах земная кора треснула. Движение льда оставило следы, что захоронило мамонтов, пошатнуло землю и уничтожило допотопный мир и оболочку воды. В Бытие 9 написано «покрылись все высокие горы, которые есть под всем небом». Мировой потоп. Если вы уменьшите землю до размера бильярдного шара, то она будет более гладко, чем сам шар. И если землю уменьшить до 30-сантиметрового глобуса, то вся вода земли не заполнит даже столовые ложки. Океаны громадные, но они небольшие по сравнению с размером земли. Очень мало воды. Интересно, что вершина горы Эверест покрыта морскими ракушками. И моллюсками. Вот окаменелые моллюски в закрытом виде. Прежде всего я хочу заметить, что гора Эверест находится далеко от берега. Во-вторых, моллюски не любят подниматься в горы. В-третьих, после смерти моллюски открываются. Сразу. Вы можете приехать в Пенсаколу, пойти на пляж и найти множество ракушек, но вы никогда не найдете закрытые ракушки, если они мертвые. Они открываются, мускулы расслабляются. Вы можете найти две подходящие ракушки, но не закрытые, только если они живые. Для того, чтобы найти окаменелые закрытые ракушки, нужно захоронить их в живом виде. Есть места, где найдены окаменелые моллюски в закрытом виде, в слоях по несколько метров. Окаменелые моллюски? Интересно. В Бытие 7 написано, что разверзлись все источники великой бездны. Я думаю, что с землей что-то столкнулось, как глыбы льда на полюсах. Земная кора треснула. Источники бездны открылись, и на земле до сих пор видны трещины, которые называются линиями сброса. И когда поднялась горячая вода, она убила рыбу и животных в пределах эффективного радиуса. При поднятии воды вдоль трещин, вода размоет стороны трещин и начнет их раздвигать. Это поможет внутреннему слою подняться, более раздвигая стороны трещин. При поднятии внутренний слой или базальт начнет трескаться, объясняя магнитные аномалии, и поверхности начнут двигаться назад. Двигаясь назад, они остановятся. Это как ковер, когда он упрется в стенку, он остановится и начнет гнуться. И изогнутые горы по всему миру указывают, что они были сжаты со стороны –
а не снизу. Это было сжатие со стороны. Интересно, почему есть такие горы? И эта горячая вода также убьет диатомий. Диатомии – это маленькие организмы, которые живут в океане. Их тело состоит из кремнезема. Когда они умирают, их тела падают на дно. И потом тела их детей, внуков и так далее. Говорят, что необходимо 1000 лет для накопления 2,5 сантиметров диатом, потому что они очень маленькие. Когда скопление высыхает, оно называется диатомовой землей. Вы слышали об этом? Эта земля используется для разных вещей. Используется для бассейнных фильтров, стиральных порошков, удобрений, изоляции. Для всего этого используется диатомовая земля. Если вы разольете машинное масло на асфальте, посыпьте его этой землей, и она впитает масло. Самый большой карьер диатомовой земли, о котором я знаю, находится в Южной Калифорнии. Он расположен прямо на трещине Сан-Андреа. И там диатомовая земля составляет 460 метров глубины. Я посетил то место, совершил экскурсию и даже говорил с рабочими. В 1976 году при раскопках диатомовой земли был найден ископаемый скелет акулы. Миллиарды ископаемых найдены в диатомовой земле. Но в этот день была найдена акула, которая находилась на своем хвосте, 24 метра длины. Так как слои камня были наклонены вместе с акулой, то проблемой является не высота акулы, но 3-метровая толщина. Если нужно 1000 лет для накопления 2 сантиметра диатомовой земли, не думаете ли вы, что акула бы сгнила за 60 или 70 тысяч лет? Животные, умирающие сегодня в океане, не окаменевают. Их разрывают, их съедают или они разлагаются, они сгнивают. И чтобы получить ископаемую акулу в диатомовой земле, сохранившуюся, необходимо захоронить ее очень быстро. Я думаю, вот что произошло. Горячая вода убила всех диатомей в радиусе нескольких сот километров, и они заснежили на дно. Произошло очень быстрое накопление во время потопа. При посещении карьера бригадир подарил мне этот кусок земли. Кусок, как видите, небольшой, но он содержит сотни ископаемых рыб. Он сказал, что они все время находят такие ископаемые. Он сказал, что однажды ночью они нашли ископаемое птеродактиля с 18-метровым размахом крыльев. Но они продолжали работать, потому что если скажешь какому-то университету, что вы нашли ископаемое, придется прекратить работу, пока они не выкопают его, что приведет к потере денег. Но им нужны деньги, поэтому они продолжали работать. Они находят там множество ископаемых. Позвоните им и спросите. В Довере в Англии найден мел толщиной в 100 метров. Твердый мел. Вы сможете отломать кусок утеса и писать им по доске. Отсюда и происходит название «меловой период». Что же интересно произошло? Решили ли все животные пойти в Англию умереть, чтобы создать слой мела? Или, может, произошла катастрофа? Быстрая перемена температуры воды. Я думаю, это и произошло. Бытие 7 написано «вода же усиливалась». Мир был уничтожен потопом. Пятый пункт теории Хованда. В течение первых месяцев потопа мертвые животные осели. Волнующаяся вода кружила их в так называемых водоворотах, образовывая громадные груды мертвых животных и растений. Одни слои образовали пласты угля, другие слои образовали ископаемые залежи. Вы когда-нибудь видели картинки с песком между стеклами? Перевернув картинку, образуется другой рисунок. Заметьте, что песок всегда создает слои. Интересно, как при потопе? Потоп образовал все эти слои, не миллионы лет накопления. В этих водоворотах животные начинали гнить, то голова отпадет, то хвост, то ребра. И это привело к появлению кладбищ динозавров, скрученные ископаемые кости в сплетенных и искривленных позициях, разъединенные части тел, но на них нет следов зубов. Они не были разорваны хищником, они гнили и распались, вероятно, при потопе. Концентрация ископаемых была замечательна. Они были нагромождены, подобно куче бревен. Найдены миллиарды ископаемых. Эволюционистам нетрудно найти ископаемые,
Им трудно найти потерянные звенья между разными видами ископаемых. Вот где проблема. Как-то раз на дискуссии профессор сказал: «У нас есть доказательства эволюции. Мы нашли ископаемое, которое является потерянным звеном между этим и этим животным». Я сказал: «Извините, но если вы находите ископаемое в земле, все, что вы знаете о нем, оно умерло. Вы не знаете, что у него были дети, тем более разные. Во-вторых, я хочу задать вопрос. Как получилось, что это ископаемое может делать то, чего не могут делать животные сегодня? Вы говорите, что эта кость может произвести животное, не похожее на себя. Тогда почему животные сегодня не могут делать этого? Это все было очень давно, но почему-то это не происходит сегодня. Я думаю, что ископаемые сформировались из-за потопа. Можно говорить целый день о примерах ископаемых. В бельгийской углевой шахте были найдены тысячи скелетов игуанодона. Сотни следов динозавров найдены по всему миру. Хорошо сохраненные следы. В некоторых местах найдены тысячи таких следов вместе. В формации кору в Африке найдено 80 тысяч миллионов ископаемых позвоночных животных. 800 миллиардов. На острове Аксел в Канаде найдены окаменевшие пни красного дерева. Но если вы посмотрите на данные, то на этом острове не растет ни одного дерева, особенно красного. Им нужен специальный климат. Они растут всего лишь в нескольких местах в мире. Ну вот они найдены в Канаде, возле Северного полюса. Поэтому по теории Хованда окаменение происходит очень быстро. Животные должны быть захоронены, и они могут окаменеть за менее чем 100 лет. Вот окаменелое водное колесо. Вода бежала по колесу, когда оно превратилось в камень. Вот окаменелая рыба при рождении. Окаменела при рождении. Не нужно миллионов лет, чтобы родиться, слава богу. Да? Вот окаменелый сапог ковбоя с ногой внутри. Было установлено, что сапог был изготовлен в 50-х годах. Нога ковбоя в сапоге. Наверное, ему отстрелили ногу или что-то произошло, и она окаменела. Вот окаменелая шляпа, найденная в Новой Зеландии. Не позволяйте им говорить, что для окаменения нужны миллионы лет. Из Аризоны мне прислали окаменелый мелок. Кто-то его нашел. Он окаменелый. В Теннесси в 1881 году умер человек, его похоронили. 14 лет спустя умерла его жена. Решив похоронить ее возле мужа, они выкопали яму, но туда просочилась вода. Это повторилось два раза, и ее похоронили в другом месте. Внуки забеспокоились за дедушку и за воды, и решили его перезахоронить. Как оказалось, его тело полностью превратилось в камень. Он окаменел за 14 лет, находясь в проточной воде. Окаменелый человек. Тело превратилось в камень, вероятно, в результате постоянного течения воды и, возможно, минералов за такой период времени. Окаменение не занимает миллионы лет, происходит быстро в благоприятных условиях. Ученикам в школе скажут, что у каждого слоя земли разный возраст и что ископаемые расположены по их развитию. Простые внизу, сложные наверху. Во-первых, они так не расположены. И глупо спорить на эту тему, потому что они не расположены, как написано в учебнике. Даже эволюционисты соглашаются с этим. Давид Раб сказал: «Я не знаю, почему вы спорите, но они не расположены в четком порядке». Но если они и расположены в определенном порядке, это из-за движения воды. Вода разделяет вещи. Эволюционисты датируют слои по ископаемым и датируют ископаемые по слоям. Круговая аргументация. Мы говорим об этом на кассете 4. Движение воды автоматически их сортирует. Детям скажут, что моллюски произошли первыми, и поэтому их ставят в нижнюю часть геологической колонны. Я хочу обратить ваше внимание на несколько вещей. Возможно, что моллюски расположены внизу, а птицы вверху из-за места их обитания? Когда начинается потоп, то моллюски уже на дне. Правда? И, вероятно, они будут захоронены первыми, а птицы будут захоронены в потопе последними, потому что они будут летать, пока не закончится бензин. Правда? Может, животные расположены, основываясь на разуме? Как любой может догадаться, моллюски не очень умные.
Может, они расположены, основываясь на подвижности? Вы знали, что моллюски не могут быстро бегать? Может, они расположены, основываясь на плотности тела? Вы знаете, что раковина моллюска тяжелее птичьего пера? Не позволяйте им говорить, что они основаны на эволюции. Нет, они расположены на основе потопа. В Бытие 7 написано, что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. Вся земля была под водой. Хью Росс и его последователи учат, что это был местный потоп во дни Ноя. Извини, Хью, но если покрылись горы, это уже не местный потоп. Второй вопрос. Зачем Бог сказал Ною построить большой ковчег, заполнить его животными и находиться в нем целый год, если это был просто местный потоп? Почему он не сказал Ною, чтобы он переехал? А? Я об этом догадался, я думаю, что Бог догадался бы так же сделать. И зачем спасать животных от местного потопа? Потому что в других частях мира полно животных. Нет, это был всемирный потоп. И я уверен, что Хью Росс умный человек, но то, чему он учит, просто ересь. Купите книгу «Сотворение и время», и вы увидите, во что верит Хью Росс. Это большая трагедия. Он поглотил многих христиан. Его показывают по христианским программам, когда он не верит в то, что говорит Библия. Он может говорить, что он верит, но он не верит. Это был не местный, а всемирный потоп. Но куда делась вся вода? Если был потоп, где вся вода? Бытие 8 написано, и воды остановились. Это значит, что воды упали. Воды не стало. В новых версиях Библии это изменено. Там говорится, что воды убыли. Нет, воды остановились, важная разница. В Псалме 103 говорится, «Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл ты ее, на горах стоят воды». Я думаю, вот что произошло. В течение последних месяцев потопа плиты земли переломались, и они начали наклоняться и перемещаться. При поднятии одной стороны, другая сторона опускается, и вода сбегает в низкое место. Земная кора была переломана, как яичная скорлупа. Это было причиной очень быстрого формирования Большого каньона. Мы поговорим об этом позже. В Псалме 103:7 написано «От прещения твоего бегут они, от гласа твоего быстро уходят». Вода ушла. В стихе 8 написано «Восходят на горы, нисходят в долины». В английском языке это старая фраза, и во многих библиях есть сноска, объясняющая, что это значит. Горы возвысились, долины понизились. И во время потопа толстые слои земли поднялись, тонкие слои опустились. Земная кора под континентами очень толстая, около 50 километров, где мы стоим. Но под океанами она всего лишь 5 или 8 километров. Континентальная кора очень толстая, а океанская кора тонкая. И тонкие места осели, заставляя другие места подняться, и вода сбегала с высоких мест. И земля до сих пор разломана на плиты, и они немного двигаются. Но все это из-за потопа 4400 лет назад. Если вы надавите в одном месте земли, какое-то другое место поднимется. Вы когда-нибудь спали на водяном матрасе? Если вы войдете в спальню, когда ваша жена спит на водяном матрасе, тихо возьмете стул, подпрыгните как можно выше и прыгните на вашу сторону матраса. Вы сможете подбросить ее аж до потолка. Потому что когда одно место опускается, другое должно подняться. Это и произошло с землей во время потопа, и вода начала сбегать с поднимающихся гор. И если вода стекала быстро, будет много эрозии. Если вода стекала медленно, будет мало эрозии. Это зависит от объема воды и наклона земли. Все очень просто. Пролетая по западному США, вы увидите огромные места эрозии. Но в этой местности почти нет дождя. В местах, где почти не идет дождь, находится полно эрозии. Что произошло? Я думаю, это произошло от воды потопа. Не произошло на протяжении миллионов лет. Горы поднялись, и вода стекла в низкие места. Интересно, если вы посмотрите на карту, почти всегда горные хребты следуют побережным линиям. Скалистые горы параллельны Тихому океану, Анды параллельны Южному Тихому океану, даже Апалачи параллельны Североатлантическому.
Выглядит, что горы и океаны сформировались в одно время, и по всему миру найдены изогнутые слои камня. Я не знаю, понимаете ли вы или нет, но камень не гнется. И эти изогнутые камни указывают, что они были изогнуты, когда они были мягкой землей. Они не были изогнуты медленно, они изогнулись быстро, как слой мягкой земли. Это произошло во время потопа. Поднятие гор сформировало метаморфические породы, изменяя их под действием давления на осадочные слои. В то же время при трескании камня появится извержённая интрузивная порода камня, проходящая через известняк. После потопа вода сбегала в океаны, но океаны были меньше, чем сейчас. Я верю, что когда Ной сошел с ковчега, океаны были меньшими, а континенты намного больше. Вот здесь был берег, друзья. Англия и Ирландия не были островами, они были частью Франции. Если вы снизите уровень воды, все соединено. Глубина Ла-Манша всего 50 метров. Самая глубокая точка Ла-Манша 50 метров. Ширина 50 километров, но глубина всего 50 метров. Снизив уровень воды, вы увидите, что Россия и Аляска соединены вместе. Все в мире было соединено. Флорида была 1500 километров ширины. Вы могли бы перепрыгнуть с Флориды в Кубу и тогда перепрыгнуть в Мексику. Может быть, в Мексиканском заливе не было воды до поднятия уровня океана. И со временем вода наполнила Мексиканский залив, Средиземное море, Черное море, Каспийское море. Они были наполнены поднимающейся водой. Океаны состоят из двух частей. Глубокая часть называется бездной, мелководная часть называется континентальным шельфом. Я верю, что континентальный шельф – это старые линии берегов, когда Ной сошел с ковчега. Ной мог ходить по всему миру, мог пойти в Австралию. Часто спрашивают, как появились животные в Австралии после потопа. Они пошли туда? Что же было причиной заполнения океанов? И как они наполнились? Почему существует континентальный шельф? И что же произошло во дни Фалика? Библия говорит, что в последние дни ругатели не будут знать о потопе. Потоп объясняет геологию. После короткого перерыва мы поговорим о том, что произошло во дни Фалика, о причинах формирования континентального шельфа, наполнения океанов, формирования угля, и покажем вам, что произошло на горе Сент-Хеленс 20 лет назад. И мы покажем, как теория Хованда относится к вам и ко мне сегодня. Духовное применение. После перерыва. Давайте продолжим теорию Хованда. Что было причиной потопа во дни Ноя и где доказательства? В Библии написано, что Бог сотворил небо и землю. И наши основатели считали основным принципом, что они были созданы Богом, и что права происходят от Создателя, и они неоспоримы. Сегодня у нас целое поколение людей выросло в вере в эволюцию, где говорится, что права происходят от государства. Вместо того, что права происходят от Бога, что создает всецело новую философию, по которой живут студенты. Мы еще поговорим о потопе и его последствиях. Я хочу представить философию, по которой мы должны жить. Бог создал этот мир. Бог уничтожил его потопом. Это его мир, он может разрушить его, если он хочет, и он возвращается судить снова. И если вы еще не спасены, Библия говорит, что вы идете в ад. Нравится вам это или нет, но так случится. До потопа мир был другим. Люди жили по 900 лет. После потопа все изменилось. Потоп был важным событием в истории мира. Нам нужно понять, что сделал потоп, или вы не поймете геологии сегодняшнего мира. После потопа жизнь сократилась из-за разрушения оболочки. Теория Хованда, пункт 6. В течение последних месяцев потопа нестабильные плиты земли передвинулись.
Это причинит опускание тонких мест коры и поднятие толстых мест. Вода начнет уходить, формируя большой каньон Колорадо примерно за несколько недель, не миллионы лет эрозии. Уменьшив землю до размера бильярдного шара, она будет более гладкой, чем сам шар. И 30-километровая выпуклость незначительна для 13-тысячно-километровой Земли. Из космоса невозможно найти гору Эверест. Невозможно найти 8-километровую гору из космоса. Так же, как и скалистые горы, они незначительны в сравнении с размером Земли. Сбегающая вода оставила много эрозии. Мы видим много эрозии по всему миру, в местах, где очень мало дождя. Проезжая по Ломпок в Калифорнии, на стороне дороги было много эрозии, происшедшей от одного ливня. Я подошел и сделал несколько снимков. Здесь вы можете видеть миниатюрные бесплодные земли после одного ливня. Центральная часть Соединенных Штатов, фиолетовая площадь на этой карте, это водосборный бассейн Миссисипи. Чикаго находится выше Нового Орлеана на 180 метров. Это высота Чикаго над уровнем моря. Между Чикаго и Новым Орлеаном 1500 километров. И это значит, что река Миссисипи снижается на 180 метров за 1500 километров. Что значит, что Миссисипи снижается 12 сантиметров на каждый километр. 12 сантиметров снижения на 1 километр. Почти ровно. И Миссисипи медленно течет вниз. Если вы построите плотину через долину Миссисипи, то фиолетовая площадь будет затоплена. Конечно, для этого понадобится громадная плотина. Если вы построите плотину через Большой каньон Колорадо, то затопится площадь за каньоном и образуется громадное озеро. В учебниках детей будут учить, что Большой каньон медленно сформировался на протяжении миллионов лет. В этом учебнике написано, на протяжении миллионов лет река Колорадо высекла Большой каньон из твердого камня. Как-то на дебате Атис сказал, мистер Хован, очевидно, понадобилось много миллионов лет для формирования Большого каньона. Я сказал, сэр, я был на Большом каньоне. Есть несколько вещей, о которых вы должны знать. Вы знаете, что вершина каньона находится на высоте 2000 метров над уровнем моря? Дно каньона 600 метров над уровнем моря. Но река вливается в каньон на высоте 900 метров. И река течет вниз, когда горы поднимаются в одно и то же время. При 600-метровой высоте реки высота гор составляет 2000 метров. На этой фотографии мы видим снеговую линию. Большой каньон представляет собой прорванную плотину. Он проходит по старой извилине под названием подъем Кайабет. И я сказал профессору. Я сказал, сэр, вы знаете, что вершина каньона выше, чем дно? Он сказал, да. Тогда я сказал, вы знаете, что река течет только по дну? Он сказал, конечно. Я сказал, вы знаете, что вершина выше, чем место вливания реки? 2000 больше, чем 900, правда? Я сказал, реки не текут вверх. И невозможно, чтобы река высекла этот каньон. Потоп сделал большой каньон. Он сформировался от воды. Даже сами учебники признаются, что Большой каньон сбивает с толку, потому что он петляет из стороны в сторону. Но у него крутые стороны. Это противоречащие свойства. Петляние реки, как Миссисипи, указывает на маленький уклон и что река не течет очень быстро. Крутые стороны указывают на быстрое течение реки, которое течет под большим наклоном. У Большого каньона Колорадо есть крутые стороны, и он петляет. Ученые озадачились, как сформировался этот каньон? Как река сделала такое? Вот где вся проблема, река этого не сделала, это сделал потоп. Невозможно, чтобы река сформировала каньон. Катастрофа может изменить недвижимость. Вот осевший дом после землетрясения в Японии. При землетрясении вода поднимается кверху.
и 150 метров верхней части Земли станет как суп, поглощая строение. Землетрясение в Аляске в 1964 году сильно повредило поверхность. Я остановился в готеле возле места землетрясения. Там можно увидеть место, где провалилась земля на 10 метров. Сейчас там, конечно, посажена трава и жизнь продолжается. Но землетрясения могут принести большие изменения. Когда в 80-м году взорвался вулкан на Сент-Хеленс, в течение нескольких секунд обвалилась вся северная часть горы. Движение Земли достигло 150 км в час. Вулкан освободился, выбрасывая пепел и пар. В то время моя сестра жила в 100 км от места происшествия. После извержения вокруг оседал пепел. Вот фотография разлетающегося пепла на горе Сент-Хеленс. Кипящие облака пепла разлетались по стране, и от них погибло 60 человек. И кто знает, сколько зверей. Вот машина, засыпанная пеплом по стекла. Кстати, это плохо для покраски. Ученые начали наблюдать за разлетающимся пеплом. Часть пепла полностью окружила мир в ветровых течениях. Вокруг всего мира. Но почти весь пепел осел в желтом регионе, покрыл сотни и тысячи квадратных километров земли. От вулкана Сент-Хеленс произошел всего лишь один кубический километр пепла, немного в сравнении с большими вулканами. Этот вулкан считается маленьким. Но разлетевшийся пепел осел слоями. При движении земли произошли странные вещи. Горячая земля при движении преградила путь некоторым ручьям и речкам. Долины были затоплены горячей грязью с землей. Одна семья построила дом, они были готовы переезжать, но после извержения оползень засыпал дом, и от него остался только второй этаж и крыша. И потом они решили не въезжать. Здесь вы можете увидеть потоки грязи вокруг реки Туту. Куски льда размером как дом были сорваны с вулкана и после покрыты горячей землей. Когда лед покрыт чем-то горячим, появляется проблема. Потому что когда лед встает водой, он немного сжимается, но когда он встает паром, он увеличивается в 1700 раз. И ничего этого не остановит. Эти куски льда растаяли, испарились и взорвались под оползнями, образуя паровые взрывы. Сначала думали, что это извержение, но это были взрывы льда. Взрывы образовали большие дыры, и грязь заполнила их опять, оставляя следы эрозии на сторонах этих ям от паровых взрывов. И я гарантирую, что когда-то профессор приведет сюда учеников и скажет: «Вы видите эти следы эрозии? Они взяли миллионы лет». Ну, какой-то ученик скажет: «Мой папа все видел, это заняло 5 минут, учитель». Вы не допускаете катастрофу. Река Тутл тоже была перегорождена. Я видел эту реку, и я не знаю, почему они называют ее рекой. Скорее, я бы назвал это ручейком. Но они говорят, что это река. Поток грязи остановил эту реку. И несколько дней спустя за этим оползнем образовалось большое озеро. Но как только уровень воды поднялся до вершины оползня, вода его быстро размыла, и произошла быстрая эрозия. С одной стороны долины накопилась грязь и земля, с другой стороны накопилась вода. Когда вода начала переливаться через верх, она начала создавать протоки и скоро потекла с большой скоростью и шумом, унося с собой разные виды обломков, песок, гравий, бревна, пни. Вода превратилась в жидкую шкурку. Вода прорвалась и вырезала массивный каньон. 330 метров ширины, 50 метров высоты и 670 метров длины. Все это произошло за 15 минут. И на дне вы увидите маленький ручеек под названием река Туту. Если вы думаете, что маленькая речка сделала этот большой каньон, вы ошибаетесь. Это произошло от одной катастрофы. Как только вода переливается через преграду, эрозия происходит быстро и каньоны появляются быстро. Это и произошло во время потопа в дни Ноя. Если вы посмотрите на мир с точки зрения креационизма, он приобретает новый смысл. Потоп образовал эти признаки. Посмотрите на сухой водопад в Монтане. Говорят, что он больше Ниагарского водопада в 1000 раз, но в нем нет воды.
полностью сухой, называется сухой водопад Монтаны. Спустившись в каньон горы Сент-Хеленс, было обнаружено, что стороны каньона состоят из слоев. Тысячи и тысячи пластов пород. Подождите. Вся эта грязь была смыта туда за один раз. И каньон был сформирован за один раз. Почему он состоит из тысяч наслоений? Возьмите банку земли, налейте в нее воды и взболтайте. Поставьте банку, и вы увидите, как образуются слои за несколько секунд прямо на ваших глазах. Поток горячей земли автоматически разделился на слои. Я гарантирую, что когда-то какой-то профессор приведет сюда учеников и скажет, что каждый слой разного возраста. Он скажет, вот здесь представлены 50 миллионов лет. Извините, профессор, но здесь представлен один оползень. За несколько минут произошла быстрая эрозия на северной стороне горы Сент-Хеленс. И эта маленькая река не образовала каньон тоже. Просто она протекает по этому месту. Каньон Колорадо — это просто обвалившаяся запруда. Все произошло очень быстро. При извержении было вырвано множество деревьев. Большое количество. Я посетил те места несколько лет после извержения, когда мой зять был пилотом. Мы летели над местностью, заполненной поваленными деревьями. Если вы не были в Вашингтоне или Орегоне и не видели громадных деревьев, вы не поймете, о чем я говорю. Это гигантские деревья. Некоторые деревья диаметром в 2,5 метра. Трудно представить размер этих деревьев, их нужно только увидеть. Такие вырванные деревья лежали там повсюду. Когда я летел оттуда, я сидел возле вице-президента деревообрабатывающей компании. Он сказал, «Брат Хован, вы хотите знать разницу между государственным и частным имуществом?» Я сказал, «Да». Он сказал, «После извержения вулкана мы были владельцами половины уничтоженной территории. Другая половина принадлежала государству. Они решили, чтобы природа восстановилась сама по себе. Группа любителей деревьев сказали, «О, нам нужно сохранить деревья, не трогайте их». Но мы, в отличие, собрали все вырванные деревья и посадили новые деревья. Так как они не почистили свою территорию, эрозия смыла большую часть почвы, и их земля оказалась уничтоженной. Сегодня, 20 лет спустя, их деревья метр высоты. На нашей части мы почистили землю, посадили молодые деревья, и сегодня они 6-метровой длины. На нашей территории быстро растет лес. Их территория все еще опустошена 20 лет спустя. Идея движения в защиту природы основана на первом пункте Карла Маркса – отмена частного имущества. Бог сказал нам быть управителями этой земли, и нам можно срезать дерево. Один человек разозлился и сказал, «У деревьев есть право». Я сказал, «У кислорода тоже есть право, и вам нужно прекратить дышать». Так можно зайти далеко. Если вам нужно дерево, спилите его и посадите другое, пожалуйста. Кто-то мне сказал, что оттуда вывозится 900 грузовиков с бревнами ежедневно на протяжении 6 лет. Вывозятся миллионы деревьев. И это составляет только 10% поваленных деревьев. Нереальное опустошение от одного вулкана. В озеро попало столько деревьев, что можно ходить по воде. Тысячи деревьев плавают по озеру Спирит. 8000 гектаров озера были покрыты деревьями. Деревья там не выросли. Ветер переносил эти деревья по воде из стороны в сторону, и их кора начала отпадать, как вы увидите из фотографий. Эти бревна до сих пор плавают в этом озере Спирит. Прошло 20 лет, и деревья, уже не все, до сих пор плавают по озеру. Многие бревна начали плавать в вертикальном положении. Обычно часть с корнем тонет, и деревья едва выступают над поверхностью воды. Многие деревья начинают опускаться на дно и погружаться в ил. И многие деревья находятся в иле на глубине 5-7 метров. Выглядит, как будто они там выросли. Но они там не выросли. Эти деревья находятся в иле, и если эта территория высохнет, деревья окаменеют в стоячем положении.
Окаменелые деревья в вертикальном положении и проходящие по многим слоям земли найдены по всему миру. Это обычное явление. Это многослойные ископаемые. Окаменелые стоячие деревья сформировались во время потопа, а не на протяжении бесконечности. И если глина вокруг дерева смоется, то оно упадет. Окаменелые деревья в вертикальном положении – обычное явление. Вот я стою возле такого дерева. Найдено 27 последовательных слоев деревьев в вертикальном положении, проходящих по разным слоям. Говорят, что эти слои разного возраста. Нет, все это произошло во время потопа, который продолжался целый год. Накопились тысячи метров осадков. Если грязь смыта и дерево падает на землю, оно разломается на куски. Я не знаю, ли вы когда-нибудь спиливали деревья, но когда дерево падает, оно не распадается на куски автоматически. Кто это уже заметил? Но поломанные и окаменелые деревья найдены по всему миру. В Аризоне на окаменелом дереве были найдены следы топора. Кто-то когда-то рубил это дерево, когда оно еще не окаменело, конечно. Эти водолазы спустились под плавающие бревна, вот они между бревен. Они заметили, что при движении бревен с них спала вся кора. Эта кора и обломки оседают на дно, и на дне озера Спирит находится 1,5-метровый слой коры и осадков. Эта кора покроется илом и грязью и превратится в уголь. Уголь формируется из осадков и растительности при большом давлении. Уголь можно сделать за 1 час в лаборатории. Растительный материал при большом давлении и температуре превращается в уголь за 1 час. Я думаю, что после потопа нижние слои превратились в уголь за несколько сот лет, возможно. Но во время потопа скопления бревен уничтоженного леса плавали по воде, оставляя за собой кору и обломки. Эти кучи бревен достигали размера Техаса, оставляя за собой осадки, которые в конечном счете образовали карьеры угля. В вашей местности есть уголь? Я родом из центрального Иллинойса, где находится множество угольных шахт, в которые в детстве водил меня отец. Уголь почти всегда найден и находится в слоях. Я вел дискуссию с доктором Скоттом по радио, и она сказала: «Доктор Хован, на Среднем Западе существует 80 отдельных слоев угля. Если посмотреть на количество угля в мире, то вся биомасса мира сегодня не смогла бы произвести столько угля. Необходимо огромное количество времени для образования угольных слоев. Извини, Джинни, в твоем взгляде есть проблема. Это правда, что есть 80 разных слоев угля, и что не хватит всех деревьев, чтобы произвести столько угля? Она права. Однако она предполагает, что мир до потопа был таким, как сейчас. Сегодня 70% мира находится под водой. Предположим, что до потопа под водой было 20%. И условия были другими. Повышенное давление воздуха, больше углекислого газа и громадные деревья. Мир сегодня не только под водой. На больших частях лежит лед или находятся пустыни. Очень маленькая часть Земли пригодна для жизни человека. Всего 3%. Я не думаю, что Бог так сотворил все это. Сегодня мы живем в разрушенном мире. Начальное творение сильно отличалось. Я думаю, что в допотопном мире было намного больше деревьев, из которых и сформировался уголь. Слои угля часто ответвляются, но если проследить за ними на протяжении нескольких миль, то они снова сходятся. И это доказывает, что слои угля не могут быть разного возраста. Они все произошли в одно время. В некоторых местах слои угля достигают 30 метров. Для этого нужно много деревьев. Также в угле находят человеческие предметы пользования. Этот колокол был найден в куске угля. Он находится у Ньютона Андерсона, вот номер его телефона. Этот сосуд был найден в куске камня, которому, по предположению, было 600 миллионов лет. Предмет, похожий на свечу зажигания, был найден в куске камня. Золотая цепочка была найдена в угле в Аланойсе 100 лет назад.
Резной камень найден в шахте в Айове. Железная чаша найдена в шахте в Оклахоме. Подошва обуви найдена в шахте в Неваде. Поломали уголь и увидели подошву. На ней можно было увидеть шов и стоптанный каблук. Но говорили, что камню было 213 миллионов лет. Неправда, он сформировался при потопе. В Бытие 8 главе написано, что воды остановились. Написано, что вода постепенно возвращалась с земли. Это интересная фраза. На еврейском это звучит «халаг вашаб». Вода убывала и прибывала. Убывает и прибывает. Как сильный прилив и отлив. Я думаю, что в начале потопа осадочные породы осели на дно и сформировали горизонтальные слои. И тогда в Библии написано, что горы поднялись и долины осели, и земля изменилась из-за нескольких факторов. Может, из-за движения от расширения трещин при изменении базальта. Или от поднятия воды из-под слоя камня причинило обвалы в нескольких местах. И это причинит эрозию. Бушующие волны на поверхности воды сметали неровные места и оставляли новые осадочные слои. В геологии это называется несогласным залеганием пород. Несогласное напластовывание пород под разными углами. Это не произошло за миллионы лет. Произошло при потопе. Написано, насмешники не знают о потопе. Потом написано, что остановился ковчег в 7 месяце на горах Араратских. Но Ной не выходил до 13 месяца. По нескольким причинам. Первое, еще не было сухо. Вторая была опасна, еще не утихли бури. И третья, на земле не было еды, так как еще ничего не выросло. В течение 6 месяцев выросло много растений, что животные смогли бы выжить. Бытие 8.5 написано, что вода постепенно убывала. Вот теория Хованда. На протяжении нескольких сот лет гигантские шапки льда медленно таяли, изменяя океан. Первое. Океаны стали шире, глубже и холоднее от тающего льда. Снизив уровень воды, вы заметите, что Австралия соединена с Вьетнамом. Вы смогли бы пойти в любое место мира, потому что все соединено между собой землей. И если вы сохраните часть воды в виде льда на полюсах, то уровень воды будет ниже. В первые несколько сот лет люди могли ходить по всему миру. При таянии льда остались фрумлины и терминальные морены. Эти ледниковые эффекты произошли, но не миллионы лет назад. В Бытие 10 написано, у Евера родились два сына. Имя одному Фалик, потому что в одни его земля разделена. Фалик родился 100 лет после потопа. В эти дни разделилась земля. И есть на этот счет несколько теорий. Некоторые думают, что в это время земля разделилась на языки и нации. Может быть, это приемлемая теория. Некоторые думают, что континенты появились от одного континента. Я не верю в это. Потому что если вы передвинете континент на метр, это причинит такое землетрясение и прилив, которые уничтожат все живое в мире. Я не верю в это, хотя этому и учат. Некоторые думают, что вода поднялась и отделила высокие места в острова и континенты. Вода поднялась от таяния льда. Некоторые думают, что земля была поделена между людьми. Может, так и произошло. Или комбинация причин. Я не знаю, что произошло. От таяния льда океаны стали глубже, шире и холоднее. И накопление СО2... В воде уничтожит парниковый эффект и будет пропускать больше радиации, что сократит продолжительность жизни. Есть несколько причин сокращения жизни. Глубина старого Ла-Манша всего 30 метров. 50 километров ширины и 30 метров глубины. Это не глубоко. Я думаю, что поднимающаяся вода заполнила долины и образовала Средиземное море. Когда Средиземное море заполнилось, вода потом заполнила Черное море и Каспийское море. Это произошло от поднятия уровня воды в океанах от таяния льда. Это теория Хованда о том, что могло произойти.
Я думаю, что континентальный шельф – это старая линия берега. И последнее. На земле до сих пор видны эффекты Божьего суда. Бог, несомненно, ненавидит грех. Вещи вокруг нас должны напоминать нам о Божьем суде. Когда вы смотрите на каньоны, когда вы заправляете бензин, это последствия Божьего суда. Люди и животные погибли в этом потопе, и их тела превратились в нефть или уголь, находясь под большим давлением. Электричество, которым мы пользуемся, могло произойти из углевой электростанции. Были найдены кости группы динозавров. В учебниках напишут «миллионы лет назад». Нет, это не доказательство, это доказательство потопа. Когда вы смотрите на Землю с христианской точки зрения, вы думаете, мне нравятся красивые каньоны? Друзья, это просто испорченная поверхность. И это доказательство суда. Бог послал потоп, чтобы оставить доказательство. Как видно, он разрушил эту землю. Если вы смотрите на карстовый рельеф, на месторождение нефти, на месторождение угля и точки зрения потопа, все имеет смысл. Мы продаем хорошую книгу Вольтера Брауна в начале. Его взгляд немного отличается от теории Хованда, но я попробую его изменить. Я хочу закончить несколькими мыслями. Это фотография ископаемого рыбы, поедающей другую рыбу. Или же одна из этих рыб, зубной врач, я не уверен. Но вы знаете, что рыбы не думали, что они погибнут в тот день. Рыба не успела заглотнуть маленькую рыбу, как я думаю, начался потоп, источники бездны открылись, и их накрыло обвалом. И они проснулись мертвыми. Вы знаете, что и вы в один день прекрасный проснетесь мертвыми, и вы будете мертвыми долгое время? Библия говорит, человеком положено однажды умереть, а потом суд. Гарри Трумэн жил на стороне горы Сент-Хеленс. Мой друг из Сент-Луиса засвидетельствовал Гарри. Он рассказал, что Гарри был очень скверным человеком, выражался нецензурно, он внимательно слушал о Евангелии, но потом отверг то, о чем я говорил. Он отверг Иисуса Христа. Некоторое время спустя его предупредили, что вулкан может взорваться, и ему необходимо переехать. Он жил прямо на стороне горы. Но он сказал, что он не хочет переезжать, и он там остался жить. Кстати, он там до сих пор. Его так и не нашли. Наверное, он где-то 100 метров под землей. Гарри был предупрежден, но отказался. Насколько мы знаем, он сейчас в аду. Не глупо ли жить на стороне вулкана? Тебя предупреждают, а ты говоришь, нет, я останусь здесь. Не соглашаешься переехать. Это не очень умно, правда? Но вы знаете, что очень много людей в Америке и в мире делают то же самое? Мы живем на планете, которая будет взорвана, сожжена, уничтожена. Мы все погибнем. Иисус предусмотрел путь к спасению, чтобы мы не платили за грех. Мы можем быть прощены. Они отказываются от возможности быть спасенными. Я лично не понимаю такого мышления или недостатка мышления. Библия говорит, имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Без Иисуса мы пропали. Бог не желает, чтобы кто погиб. 2 Петра. Он хочет спасти всех. Он желает всех спасти. Если вы попросите Бога, Он вас простит. Матфея говорится, но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Всем нам нужно явиться пред судилище Христово. И так, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Вы знаете, что заставляет меня путешествовать и говорить о Боге? Бог ненавидит грех. Он ненавидит мой грех и ваш грех. И я пытаюсь убедить людей и отдать сердце Иисусу Христу. Это мой мотив. Библия говорит, и мудрый привлекает души. Я хочу быть мудрым.
Я хочу приводить людей ко Христу. Во время гражданской войны, вообще-то это была война Линкольна. Это долгая история. Деревенский парень из Алабамы решил записаться на войну против янков. Он прошел учебный лагерь, получил тренировку, рюкзак, ружье, униформу и пошел на фронт к повстанцам сражаться с янками. Он пришел на поле боя и сказал сержанту: «Сэр, я готов к сражению». Сержант ответил: «Мы очень рады, что ты здесь. Смотри, вон там в траншее сидят янки, мы сидим здесь. Твоей работой будет охрана нашей траншеи». Он сказал: «Сержант, я не приехал сюда охранять, я приехал воевать. Могу я пойти воевать?» Сержант сказал: «Ты не понимаешь, у нас нет приказа. Ты охраняй траншею и следи за янками. А когда мы получим приказ, тогда мы пойдем в бой». Парень злился все сильнее. Он не приехал маршировать, он приехал воевать. Янки вот там, почему он не может с ними воевать? Но он все же охранял траншею. Некоторое время спустя он не выдержал. Он видел янков, он приехал воевать. Почему же не воевать? Он потерял контроль, все бросил, выпрыгнул из траншеи и с криками побежал прямо в сторону траншеи янков. Он все это проделал в одиночестве. Янки были ошеломлены. Они спрашивали: что с ним, он что, самоубийство? Этот деревенский парень пробежал все расстояние и прыгнул в траншею врага. Схватил первого янки и свалил его одним ударом. Это был деревенский парень большого размера. Он схватил своего пленника, вылез из траншеи и побежал назад к повстанцам. Никто не стрелял. Когда он прибежал назад, вокруг него собрались повстанцы и спросили: «Что это такое?» Он сказал: «Это янки». Они сказали: «Мы знаем, где ты его взял?» Он сказал: «Вот там. Там осталось еще очень много». Он сказал: «У вас всех мог бы быть человек, если бы вы захотели. У вас всех мог бы быть человек, если бы вы захотели». Знаете, я думаю, что многие христиане попадут на небо в одиночестве. Они никого не привели ко Христу. И когда они попадут на небо, они увидят, что вокруг кого-то будет целая толпа. И они спросят: где ты их взял? И кто-то скажет: а вон там, на земле. У вас тоже мог бы быть человек, если бы вы захотели. Вопрос: кого вы берете на небо с собой? Вы привели кого-нибудь ко Христу? Это не так трудно. Иисус приходит скоро. Вы должны спасти кого-то. Вы скажете: я не знаю как. В одно время я тоже не знал. Я вырос в Пеории, Иллинойс. Когда я покаялся, я начал ездить на автобусе в независимую фундаментальную баптистскую церковь. Я читал Библию и возрастал в благодати. Однажды мой друг из пресвитерианской церкви предложил: «Кент, ты хочешь пойти со мной на ярмарку, где у нас есть место от организации «Жизнь кампуса» и где мы стараемся приводить людей ко Христу на этой ярмарке?» Я сказал: «Да, я хочу пойти, только я не знаю, как это делать». Он сказал: «А ты не беспокойся, твоим заданием будет пойти в толпу и предлагать людям заполнить короткую анкету. Там будет 10 вопросов, и последний будет таким: хотите ли вы лучше узнать Бога? И если кто-то ответит «да», я должен был привести их к палатке и сказать: Герман, это Джордж, он хочет лучше узнать Бога». Я должен был приводить людей к душе спасателя. Достаточно просто, и мне нравилось. Первые 2 дня я раздавал анкеты и приводил людей к душе спасателя. На 3-й день я подходил к людям, предлагал им заполнять анкету и делал то же самое, приводил людей к душе спасателям. В тот день я подошел в толпе к большому футболисту, и я спросил: «Сэр, вы не хотите лучше узнать Бога?» Он сказал: «Да, я хочу». Я сказал: «Пойдем со мной». Я уже знал, что нужно делать. Мы подошли к палатке, я открыл дверь, и там никого не было.
Позже я узнал, что они свидетельствовали сиамским близнецам. На ярмарке в тот день были сиамские близнецы, Ланни и Дани, и один из них покаялся. Другой не покаялся. И они решили на следующий день пойти и поговорить с Дани, который покаялся. Они решили рассказать ему о Вознесении. Ланни, конечно, сидел рядом. Он сказал: «Что же случится со мной?» «Тебе будет трудновато. Мне лучше покаяться. Да, тебе лучше покаяться». И он покаялся на следующий день. Все, что я знал, это то, что в палатке никого не было. Палатка была пустая. Футболист посмотрел на меня и сказал: «Ну, что будем делать?» Я сказал: «Я, наверное, расскажу тебе. Я никого не привел к Богу в моей жизни. Я не знал, как. Мы сели на сиденье. Я не знал, что делать. Я вытащил брошюру «Четыре духовных закона Бога». Я не знал, что делать, и так как я не знал, что делать, я начал читать брошюру. Закон первый – ты грешник. Закон второй – Христос умер за тебя и хочет тебя спасти. И так далее. Страницу за страницей. На последней странице было написано: «Если вы хотите принять Христа, помолитесь этой молитвой». И я тоже сказал: «Вы хотите принять Христа?» Он сказал: «Да, я хочу». Я подумал: «О, что же делать дальше?» Сам предложил и не знаю, что делать. Там было написано: «Помолитесь этой молитвой», и я сказал: «Давай закроем глаза, склоним головы, и я буду молиться, а вы повторяйте за мной». Мы закрыли глаза, но я закрыл только один глаз. Я читал молитву с брошюры, так как я не знал, что делать. Я читал молитву: «Дорогой Иисус, я грешник, я знаю, Ты умер за меня, спаси меня». Он повторял это за мной. Когда мы закончили, помолившись простой молитвой, и он принял Иисуса, кстати, это все, что нужно, чтобы спастись, не нужно ничего прибавлять. Бог не желает, чтобы кто погиб. Он посмотрел на меня со слезами на глазах и сказал: «Кент, я беспокоился о смерти несколько последних недель. Я очень благодарен тебе». И он ушел. Больше я его не видел. После этого я стал на колени возле сиденья прямо на ярмарке. И я сказал: «Господи, это я, Кент. Я спасен только несколько месяцев. Мне 16 лет. Я не знаю, что ты ожидаешь от меня, Господь. Я не знаю. Но, Господи, если можно, я хочу делать это всю мою последующую жизнь. Я хочу приводить людей к Иисусу». Прошел уже 31 год, и мне до сих пор нравится приводить людей ко Христу. Некоторые из вас спасены, но никогда этого не делали. Правда? Вы могли бы. Вы могли бы, если бы вы не беспокоились о той игре. Дьявол отвлек вас ненужными вещами. Вы должны сосредоточиться о чем-то вечно важном. И это не деньги, это не машины, не одежда, не игры. Это души. Нам нужны душеспасатели в этой стране. Как вы думаете, есть ли неверующие люди в радиусе 10 миль отсюда? Наверное. Некоторые скажут: «Если я пойду свидетельствовать, они от меня уйдут». Куда? В ад номер 2? Есть только один ад. Говорите им о Боге. У меня есть правило, кому свидетельствовать, а кому нет. Я проверяю, дышат они или нет. Если вы чувствуете, что они дышат, засвидетельствуйте им. Если же они не дышат, не свидетельствуйте. Все должны слышать Евангелие. Иисус скоро придет. Если вы умрете сегодня, куда вы попадете? Вы будете мертвыми долгое время. Лучше приготовьтесь к этому. Куда вы попадете, если вы умрете сегодня? Если вы не уверены, что вы попадете на небо, вам надо покаяться.
Явно видно, что Бог уничтожил мир, и Он приходит судить мир снова, и мы все будем стоять пред Богом. Слава Богу, что кровь Иисуса Христа омыла мои грехи, а то мне было бы очень плохо. Если вы не омыты кровью Иисуса, горе вам. Но Он любит вас и хочет спасти вас. Мы все умрем. И я умру тоже. Я постараюсь, чтобы это было мое последнее дело, но это произойдет. Это произойдет и с вами. Вы будете мертвыми долгое время. Где вы будете? Или же, если вы спасены, что вы покажете за свою жизнь? Что? Вы все это оставите? Возьмите кого-то с собой на небо. Небольшого, так маленького. Помогите кому-то спастись. Каждый должен привести кого-то ко Христу. Если не знаете, как, научитесь. Если вы боитесь, раздавайте брошюры, видеокассеты, делайте что-то. Потоп должен напоминать нам о Божьем суде. Должен побуждать нас приводить людей ко Христу. Это одна из видеосерий о создании эволюции динозавров.